минус 20 градусов. Озеро все под снегом, но есть как есть. Снега, да, много, как будто даже больше, чем мы шли, да, по полю этому. Ну вот первая поклевка. Фу, какой снег. Фух. Тяжело ходить. Что-то флажок выстрелил. И что там дальше у нас? Тишина не мотает. Нету размотки. Ладно, надо смотреть, что там. Что там произошло? Нету ничего. Снегом немножко ее так не привязал. Да, один живец у меня тоже так сильно что бегает, надо, катушка даже дрожит. Может давление, может хуй знает что. И говорю, динамита надо, блядь. Первая поклевка на флажок. Мотает. Вначале вообще мотало. Я не пойму, есть или нет. О, есть. По-моему, в траве. Сошла. Блин. А не, сидит. Да вокруг травы где-то обмотало. Вот ты интригант. Меня вокруг травы где-то обмотало и казалось, что, по-моему, небольшая, блядь. Нихуя. На килограммов 5. Вот, пошла чуть-чуть. Надо поиграться хоть бы с поклевкой. Ну да, да. Бери катушку в руку, бля, покрути. Бля, нормально так вымотало, блядь. Что за хуйня, блядь? О, хорошая щука. Ну, поменьше той, чем та была. Подними-ка ее. Хорошая, это где-то уже кило, может, 800. Ну не, как та примерно, полтораха. Кило 600. Ну и какое у нее пузо толстое. Да-да, кило 600, кило 800, я думаю, есть. Мотало нормально. Ну, неужели, блин, слава богу. И опять в том же месте, в прошлый раз тоже где-то здесь клюнуло. Бля, ну вымотал я хрен. Метров 15, наверное, блядь. Вот тебе, пожалуйста, если мало лески, она бы уже могла выпрыгнуть. Да. А ты снимаешь? Ну, конечно. Это материн. Документальный фильм надо же как-то делать. Да, она вымотана. Я сдалека иду, смотрю, мотает, как бешеная. Думал, ну не буду торопиться. Что мелкая тут обычно не мотает. А, какая погода, блин, вообще. Как в сказке. Шикардос. Да, ну может к вечеру по клевке пойду.
Ну конечно. Солнышко вылезло. Снежок успокаивается вроде как. Что-то тут непонятное было, подошел, но не выстрелило. Ну не, я сам открыл его. Есть. Да. О, какие, как она рвется сильно. Нельзя за поводок брать. Уйдет тогда. Хорошая вроде. Да, сопротивляется. Достал я ее. Ну что, первая щука в этом году. Хорошая. Сейчас ее надо будет померить и взвесить. Дай-ка я ее подниму. Держи, пальцы вытащи. Держи. Это видео? Да. Ну наконец-то. Сантиметров, да? Ну и твоя 64 сантиметра. 65 и 64. Ну твоя такая поплотнее. Конечно, тут взвесить. Так, кило. Кило 785. Да, это побольше. 64 сантиметра, кило. 785. Так, что тут с моей? Что, двушка что ли? Ну где-то так выглядит, кило 900, может, она помощнее такая. Да, двушка стабильно. Сколько там? Кило 990. Ну да, два. В принципе, 2 килограмма. 5 грамм. На сантиметр длиннее, видишь? Ну, она такая помассивная. Да, удочка простая. И все. Отпусти, пускай стоит, бля. Зато видно, бля. Но тебя тогда было въебавшей катушкой, даже пошла в пилу. Ну да, да, да. Так, хоть видно, что живец бегает. Поплавок дергается. Там на рогатке, на флажке. Не знаешь там, как он там шевелится, блин. Не, ну когда он сильный, видно, что флажок дергается. Ну да. Не клюет? Да пока нет, что. Нашумели и все, и перестал. Набурили, да? Что тут мелко?
ну как мотало сильно. Что-то остановилось. Что тут у меня? У меня леска закончилась, прикинь. Так, что-то идет. Что-то идет. Довольно легко сейчас идет. О, опять бьет. Что-то отпустило. Блин, всю леску у меня размотал, офигеть. Он даже тянет, блин, прикинь. Да, щучка нормальная. Сейчас, так, так, так. Потихонечку, потихонечку. Главное за поводок не брать. Не видел, как она там зацепилась за рот. Блин, какие рывки. Хорошенькая. Так, это где-то будет кило 800, может быть. Блин, она вся в пиявках здесь. Промотает, да? Очень много пиявок. Значит, она на месте сидит где-то, в траве сидит, не особо она там. Да, не особо ходит. Активная она. Сегодня первая поклевка в 11 часов. Ну как мотает. Хорошо мотает, да? Лески еще там хватает. Наверное, недалеко здесь удрала. Есть? Угу. Какая-то маленькая выглядит. Хотя, может, и мерная. Тоже пиявки на ней. Мерная это точно будет. Видишь, пиявки на ней. Да, килограмм где-то будет такая. 53,5. 54? 54 даже. Ой, 1 килограмм всего лишь. Маленькая. Надо взвесить. О, хорошая. Ну. Два раза брала. Ну, первый раз, блядь, холостую было. Сейчас поставим тут килограммы. Блядь, зубы какие. На, пытайся как-нибудь. Ну, как я и сказал. 3500, да? 3500, как я и сказал. Ага. 3495 получается. Хорошая, хорошая. Трофей. Ну. Ладно, ясно. Я тоже там поймал сейчас. А я видел, да, что. Ну, 54 сантиметра, небольшая. А что, ты отпустил ее? Взял. А, 54, правильно же, можно. Ну, взять. Можно, да. Килушка где-то. Да, где-то есть такое.
900 грамм. Сопротивляется, да? О, нормально. Где-то 2 килограмма. На, держи сразу весы, цепляй. Ну вот что там показывает. Кило 700, да, по-моему? Кило 800. Поклевки. О, есть. Один за одним идет. Совсем маленький окушок попался. Мы его тоже закинем. Сразу. Вообще какого маленького было. Такой маленький. Ну что, приехал на другое озеро. Очень сегодня сильный ветер. Вот первая поклевка. Ну, размотка есть, мотай что-нибудь. Только что видел, что мотало, когда шел. Да, сейчас все рыбаки, ну блин, так побежал помотать. Салый, да, кус. Блин. Похоже, блин. Похоже мелкая, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Пускай, Виталий. Правда.
Ир? Ир, я бы только слыл. Ну, нормально. Килошка? Ну, я только килошка. Все, витал, и там успех стоит. За сильно уже мотает, за далеко. Сука, израл. Ну пиздец нахуй. Велига цапета да я. Ну. Ёршама. Да. Да ёршама. Я шаг льёт. Ай ладно. Да, ну погоди, дружи, дружи, меня узнал. Дай бай, дай сканил туда. Ну, блядь, дай сарк, блядь, поебать ставим. Не, ты. Не, узри, дома не ест, сканил, уж замас. Я мне сак стоит, вот тогда его я. Дай, не ищу. Так она уже, наверное, заглотнула этого маленького. Да, да, так быстро. Мне все сипакс. Найс. Читалай, когда я буду знать. Пироги, психически. Я. Вечер. Что, кусило? Ну, вот. Я в депу спиюсь. Да. Ну, запах. Ха, прикинь. А, ну, прикинь, ты как трогаешь. Погоди. Да ладно, не стесняйся. Фир 50 сантиметров. Погода стала лучше. И открылся флажок сразу. Первая сработка сегодня. Это крупняк.
есть. Понятно, нормальная, ненормальная. Оу, лаба. Угу. Мерная это точно? Не, мерная это точно. Блин, как она там бегает. Потыривай, блин, брось эту штуку. А, на фоске. Нифига себе, вот это, блин, трофей. Ну, килограмма 3 точно есть, наверное. Ну да, где-то так. Новый день, новое озеро. В этот раз выкопался Раджи Уданс Кратова. Только флажок поставили, уже сразу первая поклевка. Всю дорогу мотает, я вижу, да? Ну давай, подсекай уже сразу-то. Нету? А, нет, что-то есть. Трава. Мелкая щучка, может? Мелкая, да. А, трава тоже есть. Или нету? Нет, походу больше нет. Тоже хорошая глубина. А, это намотало? А, вырвал. Вырвал. Блин, видишь, ну, была поклевка и до конца не заглотнула. Да. Довольно быстро клюнула, да? Только я поставил, сразу клюнула. Только пришел, ящик уже. Ну да. Блин, ну глубина здесь, конечно. Я там знаю, там есть глубина большая. Офигеть. Только что искупался, говорит, первый год. Адреналина хватает, когда вторая поклевка на сегодня. Как раз смотрел на этот флажок, и он поднялся. Напротив главного пляжа. О, как мотает, хорошо.
Есть? Угу. Вот. Первая щучка на сегодня. Где-то килограмм. Смотри, как цепанул за глаз. Активно мотает. Ну, сейчас была пауза, сейчас размотка. Может, уже и зажрала. Блядь, ну таси. Я сейчас бакапа смотрю, сколько шпляю арф. Он весь лайк, может, да, ед нос. Да сапа. Мотопагаешь, гад. Ну, сильно мотает. Не знаю, ждать, не ждать. Мотало, мотало, сейчас остановилось. Я не могу их подсечь. Долго ждать, может, не надо? Наоборот, я думаю, надо. Я вот передержал, и все, и нету. А сначала чувствовал так, блин, ну что-то было, когда давал размотку. Тоже в следующий раз ждать не буду сильно. Нормально идет, надо, блин, подсекать. Так же самое, когда на живца, знаешь, он клюет, на дно уходит и кота тянет. В этот момент как раз же подсекаешь. Давай, я раздрахонь видео. Передержал. Пиздец. Каз на хангайде, блин. Я знаю, не подходить. Хуя себе. Ир? Да. Ну, рыцарь Романов мир, бля, мать нихуя, блин. Нечего долго ждать. Батюшка нас мертвым, а? Не видно. Романов, пиздец, первый раз подъем сюда выйдет. Команда для Саши с полцапа сюда нас выйдет. Ебал. Учись. Да. Что там, блядь, да? Да, научись.
блин, если ты... Заело тоже, да, хорошенечко. Не, ну на... идеально, пастес. Голодная пора попалась. Да, о, без белых не каман. Малек. Давай как вдруг скрыть. Тоже килуха где-то, наверное. А колкур килошка вроде. Так, кстати, пусть там засер. Ну вот, у меня тоже первая размотка. Только что переставил флажки, дошел назад тут. И флажок крылся. Ага, viņi tev schodu paņēma vai kā? Un es gāju, redzēju, ka atveras, gāju, skatījos, kā tin, tad piegāju riktīgi, saka, tika, ka es ravu, tāpēc, ka dziļumā nav. Šķiet osim? Tik pats, cik tā. Tā arī piezīt. Novi dzīvi. Опять на карьере и копилска. Что-то есть, да? Блин, ну вот щучки какие маленькие клюют. Да. Блин, 50 будет, ну точно. Ну смотри, как зацепил я. Да, нормально, красиво. Я иструвал грибы. Надо сейчас опускать. Сейчас померим эту щуку. Ну, достал уже в ветку, да? Давай потом эти узлы размотаешь. Я уже размотал. Ага, нету. 49 надо отпускать. Да, надо. Да. Нет. Надо глаза ей почистить, чтобы она видела, куда плыть. Смотри, смотри. Тоже, Сантик, как 50. Не знаю, померить надо. 39.
Да, стандарте такие смотрящуки берут. Что-то около того, 49-50 сантиков. Так, опять флажок поднялся. Сидит. Маленькая, что-то маленькое в этот раз. Да, я чувствовал. Тут даже мерить можно. Ну да. И не мерить. Попалась только что щука одна. Такая же самая, килограмм где-то. Ну, 50 сколько? 53. Видел, как потянуло быстро. Нормально, кило 100, кило 200, можешь. Вот такова, как на купе с 50 с 100.